тебе сказать, и не хорошо, и не плохо. Да, понятно. Много плохо, чтобы хорошего. Ночь как прошла? Да. У нас тоже грохочет вокруг да около. Будет полная жопа, это только начало, Коля. Вообще вы прошли прям очень хорошо, получается. Мы на два, а не на шаг наступаются. Понятно. А вы на переднем крае там, да? Да, мы видим. Видите их, да? Да, понятно. Ну, вчера говорили, что вот это вчера там у вас была разведка боем, а вот через день, через два будет полномасштабное наступление. Ихнее? Угу, да. Мы это знаем. Понятно. Да, у нас тут там Артемовск тоже бьют, никак не возьмут этот Артемовск тоже. Авдеевку. Вот да, Авдеевку молчат вообще. Авдеевка заглухла тоже. У нас тоже шли на Красном Лимане, там тоже отступают. Уже зашли на территорию Луганской области. А что ж этот Путин, ничего там не пишет? Кто его знает, что он там телится, говорят, что там силы собраны, и с вашей стороны силы собраны в Крыму, и там, а толку от этого не имеет. Что он их не бросает, никто никуда не понятно.